Больше новостей, которые оказывают влияние на каждого из нас, на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях. Предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России. При этом Песков отмечал, что условия Москвы остаются прежними. Конечная цель спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России. На сегодня нет. «Я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы», — сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN, комментируя возможные переговоры. При этом он отметил, что Россия — наш сосед с огромным населением, и нам все равно придется жить как соседям.